человек с так называемой психотической депрессией, который пытается покончить с собой, делает это не из безнадежности или любой абстрактной мысли, что дебет и кредит его жизни не сходятся. И уж, конечно, не потому, что смерть ему вдруг кажется привлекательной. Человек, чья невидимая агония достигает определенного невыносимого уровня, убивает себя по той же причине, почему в конце концов спрыгивают из окна горящей высотки. Не заблуждайтесь насчет тех, кто прыгает из горящих окон. Страх падения с большой высоты по-прежнему не меньше, чем для тебя или для меня. То есть, страх падения остается константой, а переменная здесь — другой страх — пожар. Когда пламя подбирается близко, разбиться насмерть кажется наименее ужасным из двух страхов. Это не желание спрыгнуть, это страх перед пламенем. И все же, никто внизу на тротуаре, кто задрал голову и кричит «Не надо!» или «Держись!» не понимает прыжка. До конца нет. Нужно самому оказаться в ловушке и почувствовать пламя, чтобы по-настоящему осознать страх куда больший, чем перед падением.